все удивляются, как я могу так вот легкомысленно к этому относиться. Нет, скажите, а вы любите одиночество? Это самое необходимое, что мне просто требуется, и люблю очень. И это нельзя сказать, что это люблю одиночество, я люблю быть одна. И не проходит дня, чтобы я не находилась одна. И вообще люблю, потому что я очень люблю сконцентрироваться. Когда я одна, какие-то другие силы вдруг входят во мне. И сразу все как-то успокаивается. И сразу начинаешь видеть какой-то другой свет. Даже глаза перестают видеть, а видеть что-то другое. Вот знаете, это ощущение, это великое ощущение. И тут наступают, тут приходит и вдохновение. Вот на этом фоне полного покоя и общения с каким-то духом. Это не величайшее блаженство. Но факт один, что человек только в покое и в одиночестве может что-то творить и творить то, что есть истина. То есть именно в этот момент он может что-то подлинное сотворить. Не правда ли? Как вам кажется? Дворец спорта. Слово «новый» здесь приходится повторять на каждом шагу. Несколько лет назад всего этого еще не было. Как вы думаете, почему наше общество стало одним из самых неравноправных и неполноценных?
Наше общество, во-первых, не то, что стало, а когда оно было иным. Всегда, по-моему, в нашей стране всегда было неравноправие, всегда был страх, всегда были ущемленные и победители. А это, конечно, приносит свой результат. Да еще если искусственно создавать такую ситуацию, когда действительно люди уже даже что имели какую-нибудь ценность, и то потеряли, потому что надо было опять-таки прожить. Это, к сожалению, приводит к тем результатам, что уже общество опустошается духовно. И сколько бы мы сейчас ни пытались возродить наше общество, это очень трудно. Трудный будет процесс. Я очень верю молодым, которые, в общем-то, могут это сделать. Пойдемте. Пойдемте, прямо. Пойдемте, где они? И мне кажется, что вот молодежь, она возродится. И уже даже сейчас я наблюдаю колоссальный сдвиг вперед, даже независимо от того, что вот на поверхностный взгляд все очень легкомысленно идет, как будто бы и молодежь стала такой, ничем не интересующейся. Но на самом деле нет. Они переходят этот рубеж и перейдут. И тогда уже будет что-то очень замечательное, и будет расцвет снова. Как вы относитесь к славе? Как я отношусь к... Никак. Она существует, но вне меня. Слава Богу. Потому что если бы я ее приняла, если бы я оценила то, что я во славе нахожусь, то, безусловно, я бы не смогла не творить и, безусловно, не смогла бы приносить ни радость никому, ни своим искусством, а тем более своей личностью. Потому что, я не стремлюсь к славе, а стремлюсь только лишь хорошо сделать то, что хочу сделать. Как возникла идея создания